Нет, все равно какая-то обработка на лице странная. Такая прям слишком украшает человека. Оставить силы. Оставить силы для кадра, что называется. Ты ищешь себя, но... Да, ты же не можешь находиться постоянно в одном замороженном состоянии. Я Дима Билан, я ношу майку и твои песни «Невозможно, невозможно». Там же масса всего разного происходит, помимо всего этого. Есть, конечно, яркие фразы, которые остаются. Начнется с рождения. И даже анонсировали, что ты, возможно, появишься обнаженным. Ну да. Что, уговорили тебя? Потому что ты так на пресс-конференции слегка, ну, как-то так... Ушел. Не то, что... Да, да. Это ответ. Потом, но тебе я... сказал... Нет. Ну да, окей. Ну окей. Ну понятно. Ну да. Машину сесть в нее, сразу включить музыку, свет, звук, вот так вот лечь. А тут тебе еще грузом такой Билан достается. Значит, вручает тебе ключи, делает это медленно, торжественно, понимаешь? Хотелось бы скидку на кассу, да? Да, 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 приветствую, приветствую, привет. Класс, класс, смотри, смотри. Это ты еще не начал петь, ты еще не начал петь. Ну, для меня тоже это немножко ново, понимаете, на стадион общаться, разговорный жанр. Это что-то новенькое. Ну, это классно, это классно. Радостный пацан. Слушай, мы, наверное, хотим тебя поздравить, заслуженный артист России, ребята, перед нами. Я не буду поесть еще, я просто сделаю так. Спасибо большое, это действительно случилось в жизни. Ура, спасибо. Да, это действительно очень круто. Наверное, спрашивать, какие другие яркие события произошли в 2018 году в твоей жизни, уже не стоит, хотя ты пошел по пути Ольги Бузова. Ой! Перепошел бы. А что, не дурной путь, хочу сказать. Очень. Я согласен. Ну да, рифую его на витрину. Так, что дальше? Ты начал писать книгу. Нет, я не сделал давно, а это 8-9 назад. Потому что только на полном пути, ты пошел. Это практически твой стандартный концерт. И это практически твой стандартный вечер, да, на одном из главных каналов, судя по всему. Хорошо. Почему бы и нет? Здесь сегодня все главные, как мне кажется, абсолютно четко. Да, 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 приветствую, приветствую, привет. Класс, класс, смотри, смотри, смотри. Это ты еще не начал петь, ты еще не начал петь. Но для меня тоже это немножко ново, понимаете, на стадион общаться, разговорный жанр. Это что-то новенькое. Ну это классно, это классно. Грамотный пацан. Слушай, ну, во-первых, мы хотим тебя поздравить, заслуженный артист России, ребята, не летали. Я не знаю, я даже не буду поесть еще, я просто сделаю так. Спасибо большое, это действительно случилось в жизни. Ура, спасибо. Да, это действительно очень круто. Наверное, спрашивают, какие другие яркие события произошли в 2018 году в твоей жизни уже не стоит, хотя ты пошел бы где в Ольге Бузовой. Ой. Ты пошел бы. А что, не дурной путь, если так сказать? Очень плохо. Я согласен. Вот. Так, рифмуй на данную витрину. Так, что дальше? Ты начал писать книгу. Нет, ну я это сделал давно, лет 8-9 назад. Да. Только какому пути ты пошел? Нет, ну как бы достаточно было громко, да, но сейчас просто я это делаю, писали к шоу, потом больше слов февраля. Я думаю, приятнее зайти к вам, к лучшим людям сегодняшних в Москве вообще. Да, вы потрясающая команда. И все-таки не позвать вас к себе на концерт 6 февраля, это было бы странно. О, здорово, мы все бесплатно идем на концерт 6 февраля. Какие вы хитрые. Все бесплатно идем. Да, в этом году ты принял участие в акции Mercedes-Benz «Ключ от звездной лиги», да? Это было, это... Участвовать хочу. Участвую. Так, ну что, это практически твой стандартный концерт, наверное, да? И это практически твой стандартный вечер, да, на одном из главных каналов, судя по всему. Хорошо. Так, но почему бы и нет? Здесь сегодня все главные, как мне кажется, абсолютно четко.
Да, приветствую. Класс, смотри, это ты еще не начал петь. Ну, для меня тоже это немножко ново, понимаете, на стадион общаться, разговорный жанр, это что-то новенькое. Ну, это классно. Правда, да, слушай, мы, во-первых, мы хотим тебя поздравить, заслуженный артист России, ребята, перед нами. Я даже не буду поесть еще, я просто сделаю так, спасибо большое, это действительно случилось в моей жизни. Ура, спасибо. Да, это действительно очень круто. Наверное, спрашивают, какие другие яркие события произошли в 2017 году в твоей жизни. Уже не стоит, хотя ты пошел по пути Ольги Бузовой. Ой. Ты пошел бы. А что, не дурной путь, я вам сказать. Очень неплохо. Я согласен. Но... Так, рифмую на главную витрину. Так, что дальше? Ты начал писать книгу. Нет, ну я это сделал давно, 8-9 назад. Так что, кто по какому пути-то пошел? Нет, ну как бы, достаточно было громко, да, но сейчас просто я это делаю специально к шоу на другой часов февраля. Я думаю, грех не зайти к вам, к лучшим людям сегодняшней Москвы и вообще. Да, вы потрясающая команда. И все-таки не позвать вас к себе на концерт 6 февраля. Это было бы странно. Ой, как здорово, мы все бесплатно идем на концерт 6 февраля. Какие вы хитрые. Все бесплатно идем. Ладно, в этом году ты принял участие в акции Mercedes-Benz «Ключ от звездной лиги», да? Это было, действительно ярко. Ты выдавал ключи, собственно говоря. Ну, можно сказать, я как будто бы занимался этим всю жизнь. Но честно сказать, быть причастным к празднику, это, конечно, другого стоит. Во-первых, человек приходит получать уже мечту, то есть свою машину, дело было в Санкт-Петербурге, а тут еще довеском, как будто, может быть, не очень бы и хотелось, с одной стороны, хотелось бы забрать машину, сесть на нее, сразу включить музыку, свет, звук, а вот так вот лечь. А тут тебе еще грузом такой Билан достается. Значит, вручай тебе ключи, делай это медленно, торжественно, понимаешь? Хотелось бы скидку на кассу, да? Да, понимаешь? Со всей ответственностью, со всем, значит, серьезностью. Вот. И, значит, сам владелец в данном случае получает эти ключи. Но она действительно была удивлена. Надеюсь, что приятно удивлена все-таки. Вот, ну, на самом деле, спасибо вам большое за этот экспириенс. Сколько ты ключей раздал таким образом, получается? Если не касаемо неофициальной акции, то много. А здесь доверили, вот действительно доверили, скажу такую два яркие фразы. Ну ты кайфанул, ты получил удовольствие. Это новый жанр, опять же, я теперь все. Да, согласен. Теперь буду напрашиваться. Будешь еще участвовать в подобной акции, если... Да! Еще бы дал бы ответ. Хорошо, ладно, слушай, пьяный ребенок, да? Давай, наверное... Чуть-чуть об этом. Кто смотрел фильм, да? Я далеко помните эту историю. Я правда не знаю, какой будет вопрос. Я сейчас растяну баян. Скажу, это пьяная любовь. Никуда не деться, да, действительно. Это была яркая работа. И она остается. Погоня за модой и ностальгией о 90-х. На самом деле это было супер ярко. Было сказано уважаемым мной Александром Гудковым, его командой, да. И, конечно, Даша Чаруша, ну и вообще все наши команды, мы действительно слили. No.
Слушайте, вы взяли прям самый-самый, мне кажется, яркий курс в этом месяце, который я только могу наблюдать. Курс просто в Новый год, в счастье, бесконечное счастье. Друзья! Держи.
Держи, держи. Все очень просто. Чтобы человек был счастливым, нужно, чтобы было тепло, уютно, вкусно, наверное, и любовь. Thank you.
Тогда что? Тогда припев? Давай. С ним желательно. Фух. Ну что, а вы там как декабристы? Держитесь? Еще немного декабря, и скоро каникулы новогодние, так что набирайте силы вперед. Давайте, мы с вами.